Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в Основинском парке. Здесь масленичное гуляние. И все весьма весело. Народу очень много. Красота! Сейчас подойдем к сцене, я вам все покажу. В центре Основинского парка расположен вот такой большой самовар. В общем, очень хорошие праздничные гуляния. Что бывает у нас на районе очень редко. Если вы были здесь, то напишите в комментарии, поделитесь своими впечатлениями.